Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАВТВ. 17 апреля отмечается День ветерана органа внутренних дел и внутренних войск МВД России. В понедельник погода будет облачной с прояснениями. Ветер северный 7 метров в секунду. Ночью минусовая температура от 5 до 7 и от 4 до 6 градусов тепла днем. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч в эфире!